Итак, Симон Оганесян, ему 19 лет, он из Липецка. Недавно произошел неприятный случай. Симон оставил свои волшебные палочки в автобусе. Каково же было его удивление, как он был приятно удивлен, когда узнал, что работники автобусного депо не только решили вернуть ему волшебные палочки, но и подарили ему проездной, так как очень любят программу «Минута славы» и следят за выступлениями Симона. Поаплодируем и встретим его. Симон Оганесян, город Липецк. Начинающий работник ГИБДД. Хочу отметить, что волшебная палочка находится в середине.